Всем привет, ребят, с вами Гирёк, и перед началом данного ролика хочу разыграть для вас гифт игры Don't Starve Together. Мне подогнал ее подписчик под ником Юдзу. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк и оставить любой нормальный комментарий. Итоги я подведу, когда под этим роликом наберется 200 лайков, они будут опубликованы в группе ВКонтакте, в Дискорде и в Телеграм-канале. А теперь забираем халяву. Начнем с раздачи арк. В принципе, как я и предполагал, арк все же ребят раздали. Поэтому поздравляю всех, кто ждал, кто надеялся, кто верил. Игру раздали, ее можно забрать до 18 июня. Для этого вам нужно будет зарегистрироваться в Epic Games, если у вас еще до сих пор там нету аккаунта. Привязать двухэтапную аутентификацию, если что, у меня на канале есть видео, как это сделать. И далее нужно зайти на страницу с игрой и нажать на кнопку «Получить». И также не забудьте забрать бесплатные DLC к ней. Если не знаешь, где поиграть, то администрация проекта Disaster Arc приглашает тебя на свои сервера. Это X100 PvP сервер с глобальным модом на Anunnaki Genesis. Настройки полностью сбалансированы для комфортной игры. Также установлены вспомогающие модификации. Ссылочка на Discord и IP сервера в описании. Следующая раздача также проходит в магазине Epic Games. Раздается игрушка под названием Samurai Showdown Neo Gen Collection. В этот коллекшн входит сразу 7 игр. Это какой-то файтинг 90-х годов, ребят. Лично я в эту игру в детстве своем не играл. Пишите в комментариях, играли ли вы на приставках там или где она вышла, честно не знаю. Также в магазине вышла бесплатная игруха под названием Dolores A Thimbleweed Park Mini Adventure. Это у нас инди-проект какой-то. Там нужно что-то ходить, фотографировать. Ну, в общем, если вам будет интересно, то можете скачать, в принципе, поиграть. Правда, в игре нет русского языка. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай на... Да, и также не забываем про игруху Sludge Life. Раздаваться будет до 2021 года. Перейдем к раздаче в Steam. Раздается игрушка на сайте Humbumble под названием Snake Pass. Нужно пройти простую регистрацию, там, в принципе, ничего сложного нету. Далее нажимаем на зеленую кнопку Get the Game и снова жмем на зеленую кнопку. Ждем, пока прогружается страница и оформляется заказ. После чего нажимаем на иконку человечка и жмем Case. И далее жмем на эту кнопку, и у нас появляется ключ Steam, который мы активируем на свой аккаунт. И да, обратите внимание, что ключ имеет срок годности, поэтому активируйте его как можно скорее. Следующая раздача — игра под названием Cow Kangaroo Round 2. Игра очень сильно напоминает Crash Bandicoot, поэтому думаю, многим понравится. Раздаваться она будет до 14 июня. Для того, чтобы забрать игру, нужно просто нажать на кнопочку «Добавить на аккаунт». Также в Steam вышло несколько бесплатных игр. Не буду на них останавливаться, если хотите, можете поиграть. В течение 3 дней можно поиграть в игру Killing Floor 2. Очень интересная и динамичная игра. Советую играть совместно с друзьями. И также на игру завезли хорошие скидки. Ну и не менее важная новость, то что в Steam началась распродажа игр ЛГБТ. Но не стоит забывать, что совсем скоро начнется летняя распродажа, поэтому советую придержать денежки именно на нее, так как там будут очень-очень сочные скидки. Следующая халявка — это можно поиграть бесплатно до 15 июня в игру Радуга 6. Для того, чтобы добавить игру на свой аккаунт, авторизовывайтесь через аккаунт Uplay и выбирайте платформу, на которой вы хотите поиграть. После чего игра появится в вашей библиотеке, и вы сможете насладиться игрой. Следующая раздаваемая игра находится у нас на платформе GOG.com. Я, в принципе, про этот сайт никогда особо не рассказывал. Если вы хотите, чтобы я упоминал о раздачах на данном сервисе, то пишите об этом в комментариях. Проходим регистрацию и жмем на кнопку Add to Cart и добавляйте и качаете игру. В принципе, ролик подошел к концу. Не забывайте смотреть плейлист под названием «Многоразовая раздача ключей Steam». Я здесь собрал сайты, которые регулярно раздают ключи Steam. Понятное дело, что игры, конечно, для коллекции, но все же иногда бывают и карточки, которые можно пофармить и продать их на торговой площадке Steam или скрафтить значок. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Для вас раздам ключик рандомный Steam. Кто активировал, напишите в комментариях. Ну и также, скорее всего, на канале уже стукнуло 13 тысяч. Поэтому я очень хочу выразить огромную благодарность каждому из вас. Ребят, в прошлом месяце у меня было 7800 подписчиков, а уже 13. Ребят, это просто нереальные масштабы, в моем понимании, по крайней мере. Поэтому я очень сильно благодарен тем, кто приходит на стримчики, смотрит видосики, комментирует, лайкает, вообще всячески поддержит. Ребят, без вас бы и не было такого стремления и желания. Спасибо вам огромное. И надеюсь, мы с вами никогда не расстанемся. А я желаю всем удачи. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, кто еще не подписан, звать друзей. С вами был Игорёк. Всем удачи и всем пока.